Автобус номер 45 подключили к сетевой поездке с бесплатной пересадкой. Маршрут соединяет микрорайон МГС с площадью Маркса. Пассажиры автобуса в течение полутора часов после поездки могут пересесть на трамвай или троллейбус и проехать бесплатно. Тариф начинает действовать 1 сентября. Льготу предоставляют при оплате проезда пластиковой картой «Транспортная карта онлайн». А школьникам и студентам в электричках сделали скидку на весь учебный год. Она составляет 50% и действует во всех пригородных поездах в Новосибирской области. Школьники с отдаленных станций и вовсе смогут ездить бесплатно. Льгота действует с 1 сентября и до конца учебного года. Для оформления билетов со скидкой школьникам нужно предъявить справку ученика с печатью, а студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы с отметкой о продлении на учебный год. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.